На всякий случай обрезал серию. Ну, не знаю. Может, и не обрезал. Может, и пораньше обрезал. В любом случае, сделал так, чтобы мне самому было проще удалять их впоследствии. Так. Что касается снизу, я вижу, там есть кое-что полезное. На Y. Плыть вглубь на Y. Хорошо. Плыть вглубь на Y. Значит, нам нужно еще глубже. Я уже понимаю, что нам потребуется поднять вот этот огромный мост. Йента в каком-то смысле хорошо, но я хочу проплыть вон в ту пещеру, которая находится слева от нас. Там я вижу сундучок. Как видите, я уже не зря спрыгнул. И, кстати, помните, я говорил, что там, ну, как бы есть вода в одном месте, да? Типа, туда надо заглянуть. Туда, наверное, действительно надо было заглянуть. И там, скорее всего, что-то полезное лежало. Я не могу. Ну, не можешь и не надо. Зато ты поднял какую-то непонятную хрень, которая, скорее всего, не очень-то крута. Но это лютая глефа огня. Ну, давайте просто посмотрим, как она выглядит. Не такая уж она и лютая. Ну, хотя выглядит, в принципе, более или менее прикольно, но... К сожалению, мы не можем посмотреть его вблизи. Точнее, вот в легком отдалении. Так. Выплывает наш дружа-смерть из воды. Надо подумать, как подниматься будем. Я думаю, что вот тут... Да, здесь все приспособлено для этого. Здесь у нас что-нибудь есть интересное? Ну, кроме денег... Как говорится, ничего. А нам больше-то особо и не надо. Поэтому бежим по стеночке, развлекаемся. Ну и, соответственно, вопрос, какого формата серии вам нравится больше. Допустим, короткие, минут по 20-25, либо длинные, минут по 40-45. В принципе, можно делать и средние. Где-то минут по 30-40. Ну да ладно. Сели мы на нового здоровяка. Мне прям нравится на них кататься, они такие крутые. Используйте руку, чтобы поражать цели. Но нафиг. Нажмите, чтобы атаковать врагов. Блин. Нас получили немножко использовать конструктор, но я думаю, что я немножко попозже им воспользуюсь, так как мне сначала нужно активировать этот здоровящий мост, здоровенный. После этого уже перетащить конструктора немножко в бок. Так что, поехали. Не допрыгнул. Черт! Черт, 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 черт. Вот же ж неудача-то. Агась, смерть не может запрыгнуть на маленький кусочек земли. Такое бывает со всеми. Куда ты, смерть? Я понял, смерти нравится плавать, смерть любит воду. Хорошо. Но пока что вы думаете над тем, какая же серия вам нравится. Точнее, длина этих серий. Я буду развлекаться с рычагами. Ну давай, давай, давай. Это все на что вы способны, детишки? Конструктор намного мощнее, соответственно, у него
намного больше возможностей уничтожать противника, нежели у меня. Поэтому я думаю, что мы будем все-таки стараться через него как-то работать по площади, так сказать. Потому что сами мы не обладаем такой мощью, как он. И он наносит 1500 урона, я наношу всего-то ничего урона. Поэтому я думаю, что он в плане круче. В общем, мы нашли ключ, который нам был нужен, насколько я понимаю. Это именно он, а может и не он, не знаю. Нет, это был не ключик. Это было что-то более полезное в каком-то смысле. Мы нашли горжетку и мы нашли какую-то обувь, которая нам ни хрена не полезна, поэтому ладно, мы не будем ей пользоваться. Оседлали и поехали дальше. Но в любом случае на продажу сгодится, так что почему бы нет. Лишним оно не будет. Разбили, проехали, проехали, разбили, все как всегда. Мы же здесь где-то видели, по-моему, что-то было. Так, и нам нужно, чтобы он что-то сделал. Так, а как стрелять что-то? А, стрелять на... Стрелять на стрелять. Ну, единственное, логично. Слушайте. Логика. Я вот здесь вот до безумия слышу звон кристалла, но не понимаю, где он. Вот я думаю, вы его тоже отчасти слышите. Ага, вон он. Так, вот как-нибудь вот сюда вот переместимся, я думаю. И аккуратненько пробуем навестись на кристалл, падла. Палки и камни. Три мистических камешка. А, ну мы, кстати, не зря сюда спрыгнули, смотрите-ка. Мы не зря сюда спрыгнули. Это невозможно. Подняли какую-то довольно неплохую броню, кстати говоря. Так что благодаря кристаллу мы даже взяли что-то полезное. Интересно, а цепь от него можно как-то убирать? Агась. То есть на эту же кнопку. Все ясно, понятно. Ясно, понятно, вообще вопросов не возникает. Так, и мне нужно, чтобы я сейчас взял и просто выстрелил вот так. Отлично. Все легко. Ай-яй-яй! Так. Минус один, минус второй. Давай, минус третий, ну. Отлично. Как-то это было даже слишком просто. Все, больше никого нету из вас? Вроде больше нету. Заберемся ли мы на такую высоту? Видимо, нет. Значит, как-то нужно опять пытаться понять, как нам нужно забираться. Потому что я пока... И не понимаю. Потому что пока, скорее всего, это придется делать именно... А! Тьфу ты, ё-моё. Знаете, из-за того, что вы отвлекаетесь, вы иногда можете совершать глупые ошибки. Смотрите. Вы видите, да? Я ведь сейчас в нее выстрелю. Спросите, зачем я это сделал? Потому что таким образом открывается вот эта часть. И вот тут уже лежит ключ. Вот так вот, украшенный ключик. Все как всегда. Весело, задорно. Так, а мы пока лезем. Мы пока что лезем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Мы пока что лезем. Так, он все-таки может на эту цепь запрыгивать, это отлично. Оседлать. А ну-ка дай. Мне все же интересно, как мне пройти вот туда. Агась. Я даже его здесь оставлю, я думаю. Потому что я сейчас пройду туда. Как раз и буду уже смотреть, что там делать. Так. Повыше, повыше. И пошустрее. Почему ты упал-то? В чем твоя проблема, смерть? Почему ты упал? Зачем? Зачем ты упал, мужик? Так, три кувырка он сейчас умудряется у меня делать. Думаю, что ничего сложного в этом нету. Так. Как тут спрыгивать где-то вот здесь, да, по-моему? Ага. Сейчас включим, подождите, ребят. А теперь можно и с вами поговорить. Ох, какой ты злой дядька-то, а. Ну, ничего страшного. Пока проходим довольно неплохо, думаю. Так. Уничтожить порчу нужно везде и всюду. Ибо нафиг, ибо нефиг. Там, естественно, какая-то полезная плюшка лежит. А там непонятно, что лежит, но думаю, что что-то тоже полезное. Вниз, конечно же, лучше не падать. Вот видите, а могли бы сюда и не попасть. Ну, по крайней мере, там лежали деньги. И какая-то белая шмотка. И да, делаю еще раз умозаключение, что вниз лучше не падать. Скорее всего, нам опять нужно оставить гиганта стоять туточки. Не открывая, собственно, эту дверцу. Ну и взять наше добро. Что же это будет? Карта подземелий. Я, честно, так и не понял, зачем здесь нужна карта подземелий. Возможно, для того, чтобы все-таки иметь полную карту, не открывая ее. Видимо, это как-то взаимосвязано. Ну, то есть, чтобы мы видели, допустим, что вот тут вот можно было спрыгнуть вниз, пройтись, вот тут тоже можно было спрыгнуть вниз, пройтись, да, там, и так далее. То есть, чтобы мы видели сразу под уровни. Где-то вот есть, например, верхние уровни. Что вот в следующей комнате, например, есть верхний уровень. Вот там вот верхних уровней нет. И вот здесь вот, например, верхний уровень, я думаю, что я могу либо пропустить, либо наоборот не пропустить. В любом случае это будет полезно в плане карты. То есть вы осматриваетесь и смотрите, где там какие фишечки интересные можно найти. Дружочек наш нам открыл дверцу. Проходим дальше. Уже две головы вижу. Соответственно, у нас ничего приятного в этом нету. И это такая мини-арена, видимо. Воу! Ребята, тут чуть побольше голов, чем я думал. Не
Да умри ж ты, падла. Блин. К сожалению, я перезаряжался. Пистолет у нас наносит теперь аж по 300 урона. По крайней мере, головам. Здесь появились мимимишные гигантики. Это эти вот. Которые не очень-то хорошие, но... Теперь мы хотя бы можем смотреть на их здоровье. Потому что я вспомнил таки про то, что мы можем это использовать. Так, пока он в этой форме, я не могу с ним ничего делать, я понял. Оп, уничтожили обоих таким образом. Хорошо. Где у нас следующая глава, которая оживляет этих придурков? Так. Разбиваем, разбираем. И заодно голову. Добил? Добил, отлично. Ну, грубо говоря, главное убить голову до того, как она начала возрождать кого-либо из своих напарников. Можно даже убить их ее в начале. Поэтому почему бы и нет, почему бы и нет. Кшу я отсюда. Так. ЛБРТ, жнец, да приди. Облик жнеца мне очень даже помог, я думаю. Не зря я его оставил. Если бы я его не оставил, то, скорее всего, меня бы ждала здесь боль. И отчаяние. О боже. О боже! Нет, надо было оставить его на этот момент! Мать моя женщина. Ай. Блин, я не успел нажать. Черт. Фак. Я вижу, две головы здесь уже будет, так что это будет жесть. По-моему, это будет еще больше, чем просто жесть. Так, хорошо, мы уничтожили голову. Без головы будет намного проще, потому что нас никто, по идее, не убьет. Когда над вами зависает голова, это ни хрена не круто. Ай-яй! Хотел убить голову, как в прошлый раз, но не получилось, как вы видите. Сейчас вроде получилось. Хорошо. Так. Вот то, что они в меня кидаются всякими гадостями, мне нифига не круто. Так, голову можно бить только в тот момент, когда она использует свои силы, я так понял. И мне там что-то выпало, кстати, полезное. В виде двух кос. Или топора. Топора, по-моему.
Какой-то топорик мне выпал. Ай-яй-яй. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Так-так-так-так-так. Тихо. Так, она их что, возрождает еще что ли? Ни хрена она, блин. Опс. Так, а с тобой-то мне как? Ай-яй-яй. Так, надо... Надо как-то с ним поаккуратней. Опа! Рубанули. Раз, два, три. Хе! И это все. Серьезно, 2 плюс голова, да вы издеваетесь, ваша ж мать. Ай, ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, смерть, 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 приди, смерть, приди, смерть, приди, смерть, приди! Фух! Е-е-е! Я выжил. Я выжил, ребята, я выжил. Полезненькие штучки есть. Ништячки, как мы обычно. Их берем, становится нам проще жить. Поэтому надо бы брать их почаще. Чё могу сказать? Так. Что же нас здесь ждет? Я не могу. За пройденную арену нам выдали косу фиолетовую, которая дает вероятность казни и здоровью закрит, пробивающий урон. Я даже не знаю, 69, она, видимо, все-таки чуть хуже. Все же. Хуже, все же хуже. Ну, тут тоже все, что есть у нас хуже. Давайте просто посмотрим, как будут выглядеть те или иные вещи на нашей смерти, дорогой. Вот такие вот ножи. Что здесь еще у нас есть? Вот такие вот перчатки есть прикольненькие. Вот такой вот меч-лезвие бритвенное. Вот этот мы даже, по-моему, видели. Я его уже вроде показывал. Такие вот перчаточки и, соответственно, наш вот такой вот веселый молот, который прям-таки жжет. Вот, но зато с перчатками они повышают нашу защиту и как-то так. В любом случае прикольно. А капюшон кудесника, ну давайте посмотрим хоть как он выглядит. Ничего сильно особенного я в нем не заметил. Есть еще вот такая вот штучка. Выглядит она довольно прикольно, но мы возьмем, скорее всего, все-таки ту, с которой мы бегали. Она мне нравится чуть-чуть больше. Хотя это прибавляет нам здоровье с 47, и у нас становится больше здоровья. То есть, ну, тут делает каждый выбор для себя. Защита, но прибавляет крит урон. Ну, даже не знаю, наверное, особого пока смысла в этом не вижу, поэтому одевать не буду. Соответственно, побежали так, как есть. Ну что ж, что я могу сказать? Наверное, за эту дверь мы пойдем уже в следующей серии. Как я люблю это говорить, как вы не любите это слышать. Но да, к сожалению, это именно так.